Москву. Встречайте, на сцене победитель международных конкурсов, проходивших в Италии, Германии, Испании и Франции. Обладатель золотого приза фестиваля «Апрельская весна» в Северной Корее. Сергей Осокин, аккордеон, город Москва. Спасман. Неудачное свидание. Но сейчас на сцену выйдут наши гости из Санкт-Петербурга и только перечисление тех конкурсов, в которых они принимали участие, и там, где занимали первые места, становились обладателями гран-при, заняло бы очень много времени. Поэтому, наверное, я скажу в общем. Итак, в заключение первого отделения нашего концерта. Выступают лауреаты международных конкурсов, победитель Кубка Гран-при, четырехкратный обладатель Гран-при, в конкурсах, проходивших в Италии, Германии и Франции, лауреаты международной молодежной премии правительства Санкт-Петербурга. Эссе «Квинтет». Жилинский. Еврейская фантазия.
поводу двухлетия нашего фестиваля, не на память о нашем теплом, таком горячем Алтае, книги нашего замечательного Василия Макаровича Шукшина. Им будет долго ехать из Санкт-Петербурга, буду читать и знакомиться с ним. Спасибо. Спасибо большое за столь теплый прием. Правда, мы в шоке. По-хорошему в шоке. Мы хотели бы сказать огромное спасибо и арт-директору фестиваля «Сибирские встречи» и подарить Сергею Григорьевичу Кузнецову. Он в зале? Где он? Вот. Это символ Петербурга. Это летний сад, летний домик Петра Первого, человека, который основал наш город. Это одна из первых построек в Санкт-Петербурге. А эта тарелка сделана императорским ломоносовским фарфоровым заводом.